В рамках года экологии в Чебоксарах началась поэтапная замена морально устаревших металлических контейнеров для сбора мусора на современные пластиковые. Необходимость созрела уже давно. Мировая практика показала многие преимущества такого подхода. Пробная установка евроконтейнеров в разных районах города подтвердила выгодность их использования. Найти разницу между контейнерами старого и нового образца очень просто. Евроконтейнеры оборудованы крышками, отличаются высокой прочностью, им не страшна ржавчина и резкие температурные перепады. Новинки легче железных почти на 100 килограммов, оснащены колесами, что облегчает их обслуживание и транспортировку. Да и шума при погрузке и выгрузке пластик производит значительно меньше. Совсем немного усилий нужно для того, чтобы переместить их с одного места на другое. А специализированное оборудование на машине не позволит мусору рассыпаться и спрессует его на месте. Результаты модернизации заметны сразу. На улице намного чище, мусор не высыпается на землю. После нас всегда порядок, вы сами убедились. Вы все видите, что там закрыто, ничего не летает, птицы там не разносят, ветер не разносит мусор по двору. Не лазят туда бездомные собаки, кошки. И в действительности двор становится намного чище и уютнее. Но такие контейнеры требуют особого подхода, более бережного отношения со стороны жильцов и постепенной замены старых машин на новые. На сегодня из более чем 4000 контейнеров на новые заменили всего 300. Главная причина – пластиковые в два раза дороже металлических, и содержать их сложнее. Но замена будет происходить несмотря ни на что. Жильцы платить больше не станут. В жилом секторе будет установлено за счет управляющей компании и перевозчиков. Сегодня есть предложение перевозчиков, которые вывозят сегодня со двора, предлагают установить свои контейнеры, чтобы они могли работать с этой управляющей компанией. И при этом перевозчики сами готовы вложить. Большинство зависит не от предприятий, не от администрации, а от населения. Если мы хотим жить в чистом городе, значит, нам надо всем к этому идти.